Я обожаю кружки, особенно новогодние, тематические. Зашла в ленту, и мне пришла идея просто поснимать в разных магазинах, какие есть кружки, бокалы с новогодней тематикой. Так что давайте начнем с гипермаркета «Лента». Посмотрите, какая шикарная серия. Цвет просто обалденный, вот с такими оленями. Очень красивая. Здесь на самом деле посуда. Посуда с такой тематикой, с оленями. Очень красивая. Такая большая тарелка под выпечку, наверное, да? Под горячее. Посмотрите, какая красота. Просто это прям произведение. Сколько они стоят? 300 рублей, по-моему, по карте, да? Или не по карте. В общем-то, 300 рублей. И вот тоже зимняя кружка. Я обожаю. И они еще, знаете, немножечко сделаны так, как будто слегка неровные. Словно мастер только что ее сделал. В гончарной мастерской. И эта кружечка, она слегка как будто с небольшими изъянами. Это просто очень красиво. По ценам тоже кружки очень доступные. Я очень люблю вот такого формата. Кружки, они удобные. И здесь аж 330 миллилитров. Они просто удобные в плане из них пить чай, кофе. Но мишки серый цвет. Ну, вы понимаете, да? Серый цвет и мишки.
Посмотрите-ка, симпатичный набор. Home Club. Игрушка с ложкой. Черное с золотом. Очень классно смотрится. 499 рублей. Мне кажется, на подарок здорово. А еще есть кружечки вот в таких симпатичных коробочках. Уже просто готовый подарок. Можно добавить конфеты. И новогодний подарочек готов. Так, какая у нас тут кружечка? Вот такая, Merry Christmas. А коробочку потом можно использовать под какие-то мелочи. Она прям очень классная, такая добротная. Кто любит коробочки, вам сюда. Вот еще тоже интересная такая кружечка. Даже новогодняя коллекция с птичкой. Вот с такой интересной ручкой. Belief in Magic. Верим в чудеса или верьте в чудеса. Даже на подарок или себе любимому. Или на подарок. 249 рублей. Вообще можно классные кружки подобрать. К ним какие-то сладости и... будет очень здорово. Смотрите, какие стильные за 89 рублей подставки под кружки. Очень приятные такие. Такая классика новогодняя, клеточка. А здесь у нас что? Олени. Очень приятно, мне кажется, будет... А, здесь только два вида. Вот или зеленая клетка, или красная с оленями. Очень классно будет украсить новогодний или декабрьский стол. Сенсей или Син, как сейчас этот магазин называется, он один из моих самых любимых. Здесь множество новогоднего декора, каждый предпраздничный сезон, поэтому и кружечки я пошла искать именно в Сенсей. Естественно, что-то осталось с прошлого года, я прям узнаю эти кружки, но и много всего нового. Например, вот эта вот мордашечка симпатичная за 449 рублей. В прошлом году ее точно не было. И вот таких кружек с оленями в золотом оформлении. Белое с золотом или золото с белым. Ну, в общем-то, выбирайте, какая кружечка нравится больше всего вам. Мне не знаю.
А вот этот вот Дед Мороз, если мне память не изменяет, он был в том году. Это прошлогодняя коллекция. Еще я присмотрела вот такой наборчик. Здесь две кружечки, и они стоят всего 449 рублей. Зашла в фамилию и залипла. Смотрите, здесь какая красота. Мне ужасно понравились вот такие гномики. Потом и вот такие симпатюшечки. Смотрите, какие классные. А еще вот такие снеговички. Ужасно прикольные. But I don't wanna miss you, baby. Здесь в недоме сделана абсолютно мимимишная раскладочка со всякой новогодней атрибутикой. Но меня сегодня интересуют именно бокалы. Классные, которые можно купить себе на работу, дома. Поменять, да, как бы обычный бокальчик на новогодний. Как раз сейчас уже конец ноября. И стоит это сделать. Вот смотрите, какая кружечка. С крышкой. И там, наверное, или есть уже ложка. Скорее всего, в наборе есть ложка. Да, там на картиночке есть ложечка. Вот такое время мандаринок и ароматного чая. А это кто любит более классические атрибутику. Такая кружечка понравится. Мне кажется, я не знаю, к вам, но мне кажется, кружка это вообще классный подарок. Кружка, конфеты, еще что-то. И можно смело дарить. А, здесь у меня игрушки. Игрушечки, но я сегодня в поисках другого. Ой, смотрите, какие лосяшки классные. Ой, я просто на игрушки не могу насмотреться. Они такие прикольные. Так, даже кружки в коробочках все красиво уже, пожалуйста. Бери и дари. Merry Christmas. Гномики. Все очень мимишное, симпатичное. Мне прям нравится. Только все не по-скрепному. Все не по-скрепному написано. И вот такая чайная пара. 483 рубля. Зима. Смотрите, тоже какая классная. Блюдечко. Здесь какой-то новогодний рисунок. Красиво. А есть стаканчики просто отдельно. Стаканчики. Бокалы, чашки. Кружки. Кружки просто отдельно. Тоже вот так. И прям классная серия. А вот это коробочки, смотрите, как классно. Коробка оформлена. Мне кажется, вот я бы не отказался от такого подарка, честно. Baby, you give me feel that I...
В Унидоме есть классные кружечки со снеговичками. Посмотрите, какие миленькие. Сколько они у нас? 239 рублей. Есть такой, есть вот такой снеговичок. И еще есть вот такой снеговичок Happy New Year. А еще кружечки с динозавриками. Тоже кто любит все мимимишное. Посмотрите, какой лапка. Или вот такой вот миленький, страшненький. Ну-ка. А я увидела классную кружечку. Сейчас, чтобы тут ничего не снести случайно. Смотрите, какая красавица. Если вы еще не ходили в магазин Кюхенленд за новогодним настроением, то я очень-очень от души вам советую сходить, посетить этот магазин, потому что, например, в нашем магазине очень красивое оформление в разных цветовых гаммах, просто вот на любой вкус, стиль, предпочтение можно подобрать там и украшения, и стилистику, и декор. В общем-то, мне очень понравилось. Я не помню, у нас Кюхенленд, по-моему, год в нашем городе. И, по-моему, это первый Новый год, если я не ошибаюсь. Ну, может, ошибаюсь, уже не помню. Так вот, мне приходилось себя буквально отдергивать, что сегодня у меня задача поснимать обзор на новогодние кружки, а не вообще-то на новогодние украшения. Поэтому я буквально себя так акцентировала. Олеся, у меня сегодня кружки, но максимум посуда какая-то красивая. Так вот, очень красивые кружки в Кюхенленде. Вы знаете, безумно красивые чайные пары, разное оформление. Есть сказочные герои, какие-то персонажи из фильмов. Есть сделано под керамику кружки. Ну, в общем-то, каждый найдет здесь на любой вкус, ценовую политику. Есть из каких-то обычных материалов посуда, да, есть из фарфора. Соответственно, цены разнятся в зависимости от многих-многих факторов, но здесь вы подберете кружечку, я думаю, на любой притязательный вкус. Вот, наверное, из всех магазинов, которые я обошла, в Кюхенленде вот именно можно найти такой эксклюзив, я бы сказала, какие-то такое оформление, которое в других магазинах я не встречала. Ну вот, например, вот этот красивый олененок. Или вот эта кружечка фарфоровая. Посмотрите, какое... Это просто картина, да? Картина в галерее. Это очень красиво. Я такие вещи обожаю. И, честно, я ходила, любовалась и получила просто эстетическое удовольствие. Надеюсь, что персонал в магазине не очень на меня пугался.
людей, кто снимает, в принципе, сейчас никем, ну, как бы этим не удивишь никого, у всех соцсети есть. Вот про эту кружечку я говорила, посмотрите, просто какая это красота. Я обожаю кружки, поэтому я с большим-большим удовольствием походила, посмотрела и, естественно, присмотрела себе, хотя я уже в Кюхенленде купила себе одну кружечку. Еще ходила, гуляла до этого. Кружка безумно классная, я покажу ее во влоге каком-нибудь. Кружечка у меня с котейкой, естественно, у меня 4 кошки, и я не могла пройти мимо кружки с котейкой. Такая большая кружка с котеечкой и с новогодним таким оформлением в шарфике. Вот примерно как снеговичок, только у меня там уже будет котик. Котик, ласковый животик. Так вот, очень советую заглянуть. Кто любит красоту вокруг себя, в интерьере, дома, за праздничным столом, просто сходите и полюбуйтесь.